Всем приятного, так. О-о-о. Где ли пошел? Ага. Сюда. Ну, блин. Тихо. Минус один. Давай, минус второй. Хочу минус два. Хочу минус три, то есть. Что там, гранату, что ли, мне поставить хочешь? Вон он. Еще есть. Вот он. Тихо. Дружище. Не шути так. Здесь последний, да? Ах ты, зараза. У тебя бинтов нету, ничего? Так, все, 8 косарей получили. Ну, братан, реально, хоть бы дал бы какой-нибудь бинт, аптечку. То сейчас иди, покупай. Я вроде вытечь не должен, конечно же. Нормально оно там жарит. Кто это? Ты свободный? Вроде свободный. Какого из зомбаков стреляли? Да, ага. Сейчас, подожди, отберу немножко. О, нормальные патроны. Ну, там война у них идет. О, нифига себе. Соединить прицел. Прицельчик я хочу какой-нибудь. Еще какие-нибудь стволы взял бы в более-менее адекватном состоянии. На продажу. О, глушитель. И тоже пистик пойдет на продажу. О. Беру только стволы с нормальным состоянием. Я не могу двигаться. Но я могу подобрать от калашников. О-о-о, отсоединить прицел. Хороший прицел. Выбросить. Ты это, не безобразничай. Вообще топчик. Ствол у тебя красивый, да только убрал бы ты его. Так, давай-ка посмотрю еще на этот прицел. Ну такой хороший тоже, прикольный. Да убери ты свою куколку. Отстаньте от меня, блин, своей куколкой. Кующий мальчик. Сейчас мы тут находимся в рыжем лесу. Вот. И у нас там квест. Причем, кстати, сразу от двух персонажей завалить там нехорошего человека. Он сразу съебывать. Так. Уже на меня никому там сейчас не выскочит, нет? Чё это там звуки, блядь? Там бюрер. Ах ты ж, нехороший ты человек. Отдай оружие, блядь. Чем мне с тобой воевать? Ты ж не разломал мое оружие, нет? Вроде не разломал. Ну костюм мне, блядь, попортил. Наркоман хренов. С косяком там ходит. А, давай лутаться, я не знаю, в смысле, чиниться. 90. Ух ты ж! Химера, серьезно, блин. Что, здесь такой хороший автобус находится? Так, ну и где тут? Бюрер. Как бы мне тут так пройти? Чтоб не отгрести. Я, короче, я не знаю, я поселился в этом автобусе. Ладно. Не дадут мне тут поселиться. Слушай, а я смогу просто пробежать, блин? Все, валим. Блять, он меня бросает какими-то какашками. Короче, ну его нафиг. Давай, quick save. Еще откатимся. Сейчас главное какую-нибудь химеру не нарваться тут.
Мама. А тут у нас кровосиси летают. Аномальные. Я тут специально встал, чтобы это спину не выгребсти. Потом, надеюсь, все нормально видно. Все, так, срезал скота. Все, давай-ка дальше. А с кем там, блядь, война? Так, ну я правильно иду. И моя цель там вот чуть-чуть дальше. Вы кто? Ты кто? Ты свой, блядь? Ты ж монолит? Ты монолит. Ты, блядь, кто? Я понять не могу. Вы можете, блядь, кто? Вы чьих будете? Нет, это сталкера. Ну, этого я завалил. Завалил честно. Взрывчатка. Это вот что-то интересное. Где, где, где? Ну, там моя цель, блядь, тупо. Если они там сами сейчас ее завалят, то будет неплохо. Гранатки делают тоже полезное. Так, а моя цель не засчиталась, да? Они его сами ликвидировали. Грязная работа, да. Ой, блин, от этого вообще перед далеко. Так, приказано уничтожить. Защита интересов. Сидорович. Ну, короче, просто лутаемся. Сейчас там за меня его убили. Здорово, лесник. Привет. Прикупить чего? Ну да, патроны тебе ненужные отдам. А у меня все равно перегруз, да? У меня все равно, мать его, перегруз. А чё мне так тяжело весит? Патроны, что ли, эти? Так, а ты не можешь ставить эту пластину себе, не? Может. А чё поизбавиться, а? Что мне не сильно-то и нужно? Ну, похаваю немного. А мне все нужно. У меня тут еды немного. Ну, патроны может, конечно же. Ну, вот так хотя бы. Не, что-то я, наверное, слишком за дофига стволов, может, тягаю. Так, ладно, мне надо до второй цели добраться. Как-то можно отсюда? Заброшенный госпиталь, в рыжий лес, мертвый город. Тебе там вообще как попасть? Лиманск? Ты в Лиманске находишься? Или что это за локация? Из заброшенного госпиталя в Лиманск. Ну, в Лиманске получается. Или нет? Ну, как-то тут немного странная локация расположена. Ну, да ладно. Мне только что дождаться, что пока он там не будет. Но нужно мне локации. На месте склады. На радар. Рыжий лес. Ладно, погнали отсюда. Мне тут делать, наверное, больше и нечего. Мне еще прям на кордон перелезть там, короче. Слушай, а у вас тут проводников нету никаких? Это что-то мне бежать прям не особо хочется. Реально, слышите? А где тут проводников найти можно? Ну, реально так. Ну, проводников тут, конечно, навряд ли я найду. Прям нужных мне. Ладно, короче, как шли, так и придем сейчас, да? Так, а тут сейчас опять вот Лен сидит, да? Че, может, опять его там как-то вдоль забора? Просто начну стреляться с ним, блядь, прибежит химера, блин. Ну, мне так кажется. Бюрок-то, может, не особо-то и страшно, но вот химера, блин, страшно уже. Мне с ней реально только из автобуса воевать. Так, ну чё, вроде почти выбрались. Опасно тут сейвы делать. Так, ну чё, в бар пока. Сдать задание. Мёртвый город, мне делать нечего. Ну да, просто в бар двигаю пока что. Или там свобода с долгом уже воюют.
Это братва вообще. Это братва. Это братки. Это братки. Это братки, блядь. Вот это... Вот там, блядь, сталкер идет, блин. Вот ты, блядь, кто? А свободные же они с братками не воюют, да? Ну да, не, подожди, это вообще наемники. А свобода чё, с наемниками нормально, типа? Почему-то какой-то, блядь, бедный наемник, блин, что-то у него ни хрена нету, у этого наемника. Все, этот мусор остальной можешь себе оставить. Прячь волыну, блядь. Ну тут спрячешь. На, блядь, прячь волыну, блядь. Говорит мне такой, прячь волыну, блядь, сталкер. Ну, короче, поближе к беттеру этому. Тут еще какое-то тело валяется. Там валяется тело. Давай-ка тут сейванусь. Кто? Мха тут. Ох ты ж. А тебя, по-моему, я облутывал, да? Ну, это у тебя такой же Калашников, да? ЕС-4. У меня соточка. Отсоединить прицел. Я хочу у него этот лазер, короче. Он не отсоединяется у него, походу. Ну, вроде нету. Либо мы с ним разминулись уже. Хотя он там кто-то, блин, фонариком светит. Ну, кто там уже, мы уже не узнаем. Ну что? Давай, я выполнил задание. 9200. Ну, учитывая то, что я два раза, ну, для двух торговцев сделал это задание, то что, в принципе, я думаю, нормально будет. Я могу выполнить еще один квест. Я могу купить, короче, этот ТОС. С прицелом. Ну, там нужно было одной девчонке на кордоне в деревне новичков. У тебя, по-моему, да? Вот он. ТОС Зубр. 48 тысяч. А, чтоб тебе такого продать бы, а? Стимпак. Ну, блин, ну, братан, ну не ломай ты кайф, а? Фотку. Блять, водка у тебя вообще дешево покупается. Слушай, я... Он весит до хрена, да? 46 тысяч. Он хочет 48 тысяч. Гранатки. Ну, блин, братан, ну что-то вообще не по кайфу. Блин, ну как мне тут заработать, а? Тут поблизости вообще ничего нету такого. Типа, может, у кого-нибудь... Уже, там забес. Сейчас мы, короче... Пособираем, может, какие стволы. И с кем вы там воюете. Это мобики? Да вот эти бандюки. Будем. Блин, я хотел его облутать. Взяли, казнили человека. Ну давай всякое, я не знаю, наберу там с него. Пойду с этих наберу. Сейчас продам, выкуплю ТОС. Я сдам его по квесту. Надеюсь, он того стоит по деньгам. Тут ничего нету. А, патроны вот эти давай. Нашивки. Нашивки мне там тоже, по-моему, нужны были. Тоже по квесту. А? Давай, один ТОС на другой меняю. А ты с кем там воюешь? Ну-ка, давай-ка глянем. Давай, вот это вот сюда добро бери. Вот это вот. Все, давай продаваться. Идем. Так, давай, забирай все это добро у меня. Слушай, мне надо выкупить ТОС. Сойдет, сойдет. А, братан, слушай, у тебя тут ТОС такой был классный. Брать рюкзак, подарить.
А где Тос, слышь? Привет, брат. У кого там Тос был? У тебя Тос? Или у тебя? Слушай, все вопросы к главному. Где Тос, блядь? Слышь? Дядька, у тебя за спиной, что ли? Так, не то, что не обидится. Да, я понял. Он, короче, себе его в основное оружие взял, и сейчас я не могу ничего с этим сделать. Да, он его взял как основное оружие. Блин, братан, я хотел у тебя его купить. Чем за такие хорошие деньги купить? И что мне делать теперь? Не, ну я могу сейчас пойти там с трупов подлутать какой-нибудь там... Чуть получше, типа, оружие, которое он посчитает. Он возьмет его в руки, а тот переложит, наверное, себе в инвентарь. Есть вероятность, типа, так сделать. Типа, пофиг даже, если оно там раздолбанное будет. Вот СКС-ка, я не знаю. Типа, может, он посчитает его лучше, этой СКС-ки. Ой, блядь, тут сейчас выброс еще. Мы сейчас пойдем в подвале, спрячемся. Что у нас тут? Патроны старые. Да пофиг, на продажу пойдет. А вы там, братва, уже как? Вы там где? Вы где, кстати, попрятались там? А вот тут стояли, да, все это время, что ли? Слушай, дружище. Смотри, что у меня есть. Беру такой, выбрасываю. Но он ее подобрал, но не заменил. Он подобрал, но не заменил ее. Уа! Пернач. Ну, давай еще так попробуем, еще сейчас загружусь. Подберешь? Слушаю тебя. Не подобрал. Ладно, ну, блин, ну, жалко, обидно, конечно. Ну хотя мы тут денег подзаработали, уже там какую десятку точно получили. Все, ладно, нам погнали в темную долину, может потом там все это дело как-то у него рассосется. Давай охотничий нож возьму. Свой, я не знаю, я тебе подарю, наверное. Вот и все. Можно спокойно лутать теперь мутантов. Работа, может, тебе охотник. На свалке себе маленькая зерговка. Давай. Работа, мясо псевдособаки, еще ничего не может. Ладно, давай уже. Сбегаю по-быстрому. Как бы деньги это все дело не лишние. Блять, кто там еще? Это, блядь, химера? Нет, это, как его, блядь, как она, короче, из метро. Хрень. Кикимора, во, кикимора. Вспомнил. Все, все. Так, ножичек возьмешь? Сейчас мы тут посрезаем. Опа. Всех ДПС. Что-то у вас тут мутантов развелось, я смотрю. Я уже привычно просто нажимаю эту. Альт. Чтобы замедлить немного время. У нас зомбаки. Блин, на вас пули тратить жалко, если так честно. Сейчас, подожди, приятель. А что если я тебе в ногу выстрелю? Хм.
Вот и все, задание выполнено. Ну, слушай, а с них аптечки нормальные падают. О, бинтики есть. Даже хорошо, бы сказал, бы падает. То, что нужно. Ну чё, тост у тебя там не появился, нет? Мой. Который я тебе купить хотел. Или ты рад его зажал? Давай, 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 давай. Так, не ты. Где торговец? Где торгаш? О, появился. 53 тысячи. Давай, покупаю. Ебать. Так, запомнили. 53 тысячи. 53 косаря. 53 косаря. Ну, взяли его мы чисто для квеста. Так, я выполнил задание. 8250. Так, давай части мутантов эти скину, блин. Не нужны эти. Вот, плюс еще 5 косарей. Слышу. Еще. Музевич. ТКТ они реактивные. И столько патронов на вас потратил. Барсик, барсик, блин. Хороший котик. Все патроны у меня отъел, блин. Где-то тут. Тут. Обыскать. Да, где-то тут. На болото, наверное, да? Да, на болото. Погнали на болото. Просто, ну, блин, я вроде с доком говорил. Он мне говорил, типа, иди такой на агропром. Подземелье агропрома тебе надо. Я не знаю, может там, конечно, что-то так не удалось у меня. Так кто там? Это мистер Снорк. Ну чё, как пушка идёт? Нормально? Правда, у меня сейчас почти не осталось ни патронов, и он почему-то не хочет перезаряжать. Типа одного и того же типа боеприпасов. Давай ты вот эти зарядишь, а не тот один боеприпас. Конечно, там бронебойный или какой-то, но... Ну, типа, вообще пофигу. Лучше 30 патронов иметь каких-нибудь ПС-ок, чем... А здесь кто приуныл у нас? Чисто небо вес вообще приуныл тут. А чё меня там так перевешивает? Аж на 4 килограмма. Ну, это вот симп, наверное, вот этот закрытый кейс, 7 кг весит. Ну, блин, придется с ним потаскаться. С перевесом этим. Ну чё, потаскаемся. Больше нету? Да, с перевесом тут даже, блин, на платформу не запрыгнешь. Давай свое сердце сюда. Чё, по перевесу 49 кг, нифига себе. Ну это вот из-за вот этих вот вещей, нужных мне по заданию. Ничего как бы не попишешь. Вот, придется топать понемногу, потихоньку. Так, ну только я тут, наверное, через болото потопаю. Потому что тут большое аномальное поле. Радиация в воде, она не особо разъебывает. Так что можно спокойно пройти. Слушай, энергетик. Вот энергетик у нас есть. И сколько радиации хватаем? Вообще не хватаем ее даже. Так, вот, по-моему, эта дырка в заборе. Все, сейчас пройдем. Аккурат тут. Болотному доктору. Потом в обратном направлении там подстрелить одного надо будет. Радиации так и не хватанули ни одной. Ни одной единички. Так, тут аномалия у нас. Давай-ка это болт возьму. Сейчас с болотным доктором поболтаю. Еще раз, походу, придется. Более, скажем так, не напряженной обстановке. Здорово, Бобик. Лови болтик. Апорт. Слушай, давай я тебя доктору твоему отведу. Не хочет идти. Привет, мужик. Так, доктор, если я не ошибаюсь, тоже. Ну, все это мы читали когда-то.
Короче, найди стрелка, можешь искать его там в подземельях агропрома. Там у него нычка, то есть, находится. Я думаю, кто играл в Сталкер, Тень Чернобыля, те знают, о чем я говорю. Так, с доктором поговорил. Теперь надо с этим жмыхом разобраться. Ну что, потопали назад. Ну, короче, да, я просто не поговорил с доктором. Стипнулось там. Загрузился неудачно, может, не добежал там до него. Бежал спасать чувака по заданию. Дугня этого. Так, ну все, выходим отсюда. Ну, и потихоньку идем. Не свалил ли тот чел? Не, он не свалил, он все еще там тусует. Это ж это деревня, это деревня. Ну что, пошли решать вопросы. Это братки, короче. Вот и нет братка. Сидорыч потом продам. Блин, ну 54 кг перевес. Ну это вообще, это никуда вообще не годится. Глок что ли взять? Я сейчас просто задолбаюсь идти. Ну да, я уже не могу даже тащить что-то. Так хоть постреляю с этого глока. Все, пострелял. А я все равно не могу двигаться. Вот так уже, по крайней мере, могу двигаться. С перевесом, но доберемся, да? Давай, погнали на кордон. Тут получается, да? Получается тут. Лишнее вот на ферме, наверное, продам. Все равно по дороге, да? На радиацию мне вообще пофигу. Не, смотри, вот 5 хватанул, 7 уже. С кем стрелялись, пацаны? С кем стреляетесь? С мутантами, не? О, подожди. Так, а с кем воюете, пацаны? Помочь может чем? Но они где-то там воюют. Кто по тебе работает? Братан, помочь могу? Это браток? Это браток. А чё ты тут делаешь? Браток, молоток. Уа, опять перегружен. Все, молоток вытянул, могу идти. Давай, патроны, вот это вот все забирай, вот это вот забирай, глушитель вот этот забирай. Пофиг, части мутантов, все это приходит, все это уходит, знаешь, такое себе дело. Вот это забирай, там молоток тоже забирай. Сейчас там подниму тот. Все, 9 косарей на базу сюда, короче, давай. Бобы чили, вот сейчас я их, короче, захаваю, ваши бобы чили. Все, 44 кг. Минус 2 лишних. Все, давай, погнали отсюда. Нам еще к Сидорычу идти. Давай, не кряхти, у тебя еще 2 лишних кг есть. Ну ладно, там 1 и 2. 1 и 2 лишних кг у тебя есть. Котик. Котик. Ты же один котик был? Не он с другом котиком. Давай-ка лапки сюда свои. Надо стоимость патронов отбивать. Мне казалось, там кто-то топал. Сволочь! Вот и все. Вот и закончилась наша история, да? Так вы где там? Нехороший вы кот, блин. Все? Больше никого, кроме музыки громкой. О, а был бы у меня еще рюкзак охотничий. Блин, а мне хровотек пустили. Мне пустили хровотек. Здорово, пацаны. Так, вот сейчас момент истины. Так, пару вопросов. Так, Тос, где найти работу? С охотничьим прицелом, где-то здесь в зоне, мол, повидал уже это самую настоящую жизнь. Давай! И патроны к нему, да? Ну, и что теперь? А сколько тебе патронов, подожди, надо на него? И патроны к нему. Не видишь, я занята. Крисе 20 штук. Брось таращиться на меня. Так кому ты нужна, блин? Ну сейчас к Сидорычу схожу. Что притащил? Здорово, Сидорыч. Так, я выполнил задание, еще десятку на базу.
Есть патроны нужные мне. 20 дроби тебе, да? Ну, короче, в общей сумме она мне где-то, ну, минимум 54 косаря должна. Давай, сколько выдашь мне? И что? Что надо? Вот твое великолепное ружье. Отсутствие у него каких-либо навыков выживания было превзойдено лишь отсутствием какой-либо осмотрительности. Не видишь, я занята. То есть ты мне, блядь, выдала вот так, неизвестно. Ну, вот, кстати, я все до... размерах. Я тебе часом не найдется банки рыбных консервов. То есть подожди, я 50 косарей просто потратил. А, у БКР кочевник, охотничий нож, охотничий рюкзак. Так, подожди, что теперь, блядь? Дай посмотреть. Список заданий. Страйкер. Так, нет, слон на всякий выжигатель мозг. Ковбой. Чего, блядь? Подожди. Ты мне костюм выдала, да? Кочевник. Ну, кстати, подожди-ка. Брось таращиться на меня. Да не нужна ты мне вообще. Ну, кстати, этот костюм, он, по-моему, он подороже стоит. Вот, по-моему, там 70-ку, так что я в плюсе. Не видишь, я занята. Сейчас еще свой продам. Ой, рюкзак получил охотничий. Да, наверное, я продам свой костюм, пойду. Ну, короче, вроде выгодно получилось. 20-ку, да какую, 30-ку даже заработал наверх. Костюмыч этот я все равно хотел покупать. О, держи. Так, слушай, не, я хотел бы дерьмово тебе продать. Два ножа смысла нету таскать. Что-то маска получше моей будет. Получше будет. Может еще и маску обновить себе. Ладно, давай, возьму его на пробу. Пофигу, деньги были. Видите тяжелый бронетехник, которая должна помочь тебе взять под контроль ситуацию в зоне. Однако контроль и свободная зона плохо сочетаются друг с другом. Поэтому стоит помочь Лукашу избавиться от этой тяжелой головной боли. А у меня есть чем уничтожать эту тяжелую технику? Вот у меня есть заряд, самодельное взрывное устройство, химическое. Ну давай попробуем. Короче, это опусти, мужик. Я не знаю, как у меня тут выйдет с первой попытки или с первой. Не думаю, что с первой. Давай посмотрим. У меня бинокля нету никакого, да? Тут еще и вертушка эта нарисовалась. Там вот техника эта их стоит. Я даже не... Ой-ой-ой-ой-ой. И собака все-таки цепанула. Драгоценные патроны сейчас сливаю просто на кабана, блин. Который, блин, сдох, походу, в аномалии. Там, наверное, лучше слева как-то обходить это дело. Да, мне запалили. Так, мне по-хорошему до БТРича добраться. С военными особо связаться желания нету. Ай-я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 й. Блин, хотел просто скарсу подобрать, влез в аномалию в результате. Так, сейчас посмотрим, пересеку, и они опять запалят. Земля, воздух, где подкрепление. Ну вот, опять началось, да? Это уже по мне БТР стреляет. Это уже, блядь, БТР, к нему уже так просто не подобраться. Вертолетом, блин, который там летает. Ну, видите, раньше он по мне огонь, короче, я открывал. А сейчас я не знаю, блядь, что мне с этим делать. РПГ реально, что ли, где-то искать или что? Или так тебя сбивать? Ну, аж не собью тебя так, правильно? Просто хочу патрона. Блин, ну что-то вообще жестко как-то. Ну это все, это вот вертолет по мне гасит. Нам, короче, вовнутрь или в эти в казармы прорываться. Блять. Блин, зараза, я попал. Там БТР стоит, блять, не обижишь. Тут аномалия. Дай по-быстрому, вот так вот. Так, вот так. Так, сейф, что? Надо отсюда как-то работать.
Так, минус один. Механика убил, военного механика. Откуда вы идете? Подожди. Вон они где. Минус один. Так, я сейчас просто патроны всираю, да? Которых немного у меня остается. Так, один где-то там, по-моему, за забором трется. Давай, короче, я в это здание прорываюсь сейчас. Беру с этого ствол. Так, отлично, аптечку подобрал. Живем. Винт. А, так, братан, мне нужен себе ствол какой-нибудь. У тебя нету, да? Ты вообще бедный. Да, он бедный, блядь. У него стволов нету. У меня там БТРы стоит, я боюсь так лезть. Кто там? Грозный, блядь, такой. Что, не ждал такого, да? Пырястый с ножа. А, так, так, так. А где Москва? Как мой у него был. Ты что, блядь, там не сломал, нет? Не, не сломал, блядь. Это этот, который орёт, получи скотина, да? Что за винтовку снайперскую я подобрал? Ремингтон. Ну, давай попробуем, Ремингтон. О, а приблизить? Можно. Ну, что-то, кстати, такой... О, нет, слушай, нормальный зум. Так, ладно, у нас осталась еще одна задача. Нам нужно что-то придумать с БТРом. Что-то надо придумать с БТРом. Блять. С вертолета, блин, что-то придумать надо. Давай калашников свой, я не знаю. Я быстро в здание. Я пока калашников возьму. Так, нормально, нормально. Давай сейф, пойду на второй этаж. Ты, блядь, кто? Ты военный, блядь? Да, это военный был. Ой, давай сейф. Пробую пробраться к БТРу, я не знаю, что у меня получится. Ты ж не будешь по мне стрелять? Так, мне же конкретно тебе надо первую уничтожить, последнюю. То есть прям там в конец, да? У тебя что ли уничтожить? Мне тут просто взрывчатки вот на всех их точно не хватит. Установить таймер на 30 секунд. Все? Давай. Я не знаю, какой это результат сейчас заимеет. Ну, с заданием мы справились. Квест досчитала. Он хочет, чтобы я все снес машины БТР. Это мне сколько взрывчатки надо, блин? Один, два, три. Три взрывчатки еще надо. Ебать, ебать. Слушай, а что если я просто гранатой, может, тебя закину? Это маломощное, но дамаг особо не наносит. Да, надо, короче, взрывчатку лутать где-то. Вертолет, короче, опять по мне стрелять не хочет. Просто не видит меня, не хочет замечать. Котейка. И что, мне врасплох застать?
Принес. Не, слушай, вот у него продается. Ну все, по идее, теперь можно выполнить задание. И вот так. И текать отсюда. Ну чё, давай, поехали. Красава, да? Ну все, все машины выведены из строя. Чё по заданию? Все, задания здесь больше нет у меня. Приказано страйкер. Это мне кому? Это мне в бар надо идти, да? Ну посмотрим, сколько он нам денег за это даст. Давай вот это вот все соберу с тебя. Нормально, нормально. Перевеса критического нету.